Слава Господу. Хорошо, драгоценный, мы пойдем в Слово, мы пойдем в Послание сегодняшнее, и знаете, я размышлял над многими вещами. У меня вообще последнее, я поделюсь с вами некоторыми вещами потом, когда мы будем говорить в конце о, о наших планах, о наших каких-то делах, которые мы собираемся делать до конца года еще. У нас на следующий год такие планы, ух, на этот-то год еще много всяких приколов, на следующий год сейчас После в конце собрания я поделюсь с вами некоторыми вещами, которые мы собираемся здесь делать. И как говорится, одно Божье действие больше другого. Слава Господу! Хорошо, и мы пойдем в слово. И сегодня мы как бы продолжаем все в той же сфере, знаете, Бог меня просто продолжает и продолжает дальше вести в тему побед, в тему преодоления, в тему тех вещей, когда э, ты ходишь с Ним. И из-за этого ты находишься в благословениях. То есть ни чуть-чуть, не иногда. Почему я все время говорю, что у Бога нету такого формата, как я Бог чуть-чуть. Я Бог немножко сделал. Я немножко всемогущий. Я немножко исцеляющий. Я немножко твой обеспечитель. У Бога таких вещей нету. То есть написано, что если он Иегова Рафа, то он Бог исцеляющий. Если написано, чтобы он э, Иегова Шалом, то он мир мой и так далее. Он мой обеспечитель. И это не чуть-чуть обеспечивает. Он полностью все обеспечивает. Он не чуть-чуть меня исцеляет. Он полностью меня исцеляет. И в этом, во всем и так далее. То есть, и, опять же, я все больше и больше склоняюсь к тому, что нам вообще всему христианству пора бы больше от вот этих вот каких-то абстрактных э, типа духовных вещей перейти к более приземленному, простому, для того, чтобы использовать Евангелие каждый день. А то, знаете, верующие рассказывают о каких-то супер-мега-духовных вещах, а потом, когда ты спрашиваешь, а как ты можешь применить это в своей жизни? Ну, никак. А зачем тебе это? Ну, я знаю Думаешь, ну круто, а как бы зачем? У тебя в голове много свободных, свободных полок, знаете, что э, это как, э, типа, знаете, дом забитый, а можно в нем мы к тебе еще что-нибудь принесем? Давайте, что, я еще туда как-нибудь вот так вот затолкну, знаете, чтобы совсем полки забитые были. Ну, не, наш разум все-таки, он там много чего может храниться, но, знаете, лишнего, лишнюю информацию туда лучше не совать, как говорится. Вот, соответственно, сегодня мы поговорим о такой теме, которую я назвал «Из чего делают победителей?». И на самом деле я ну, кажется, как будто бы из названия, как будто бы мы сегодня будем говорить о каких-то особенных качествах, которыми должен обладать человек для того, чтобы вот быть победителем. И чаще всего мы так думаем, что ты должен быть каким-то особо одаренным, ты должен родиться в каких-то определенных условиях или быть в каких-то определенных условиях, потом впоследствии для того, чтобы в итоге ты там встал на какую-то позицию, смог чего-то достичь, каких-то достичь изменений, забывая про сверхъестественное действие Божье. Потому что э, даже вот если мы говорим о финансах, допустим, я люблю вспоминать свидетельство брата Давида Хогана. Я всегда говорю о том, что слабонервным лучше в интернет не заходить и не смотреть его проповеди, потому что это от меня, от моих-то проповедей у некоторых верующих, знаете, вот в голове вот такой вот, знаете, переклин происходит, то от него это потом, ну, человек выкидывать ноутбук будет в окно просто, потому что, ну, в служении Давида Хогана, я уже как-то говорил за него, у него зафиксировано самое большое количество воскрешений из мертвых задокументированных. То есть, когда выдается уже человеку свидетельство о смерти, Потом человек воскрес, я не знаю, как второе рожде... свидетельство о рождении потом выдается, я как бы вот во все эти тонкости не влазил, но это было бы забавно, знаете, когда человек приходит в 40 лет, знаете, можно мне свидетельство о рождении, в смысле в 40 лет, ну да, я просто тут был мертвый, А сейчас как бы вот свидетельство о смерти, можно мне опять свидетельство о рождении. Не знаю, как это работает, надо будет как-нибудь написать, спросить. А, соответственно, и он как-то свидетельствовал, что... Он э, пастор в Мексике, он в четвертом поколении пастор в Мексике. Он говорит, я как-то проснулся, общаюсь с Богом, молюсь. И э, говорит, Господь говорит мне, пойди на городскую свалку. А он такой, знаете, он, я говорю, он не мира Он говорит, а почему бы рано утром не прогуляться на, на городскую свалку? Это же такое живописное место, чтобы прогуляться на городскую свалку. Окей, Господь, нет проблем, пойду на городскую свалку. И он туда заходит и видит там человека, который полностью в каких-то лохмотьях там ковыряется во всех этих вещах. Ну, конкретно бомж. Uh, и он к нему подходит и начинает с ним разговаривать. Оказалось, что это был человек, uh, причем достаточно uh, молодой, где-то там в районе 30 с копейками, наверное. Uh, и он оказался там, потому что у него что-то случилось в бизнесе, он прогорел в каком-то бизнесе очень серьезно. Uh, его решило, то, что из-за того, что у него в жизни появились проблемы, его бросила жена. Ну, короче, у него он лишился вообще всего и в итоге оказался на свалке. При этом то, что он был до этого бизнесменом. И они его забрали в церковь, они его помогли, и на сегодняшний момент это свидетельство было там где-то 2015, по-моему, года или так далее, он говорит, что на сегодняшний момент этот человек долларовый миллионер, и он помогает э, открывать церкви, спонсирует церковь и так далее, то есть он благословляет людей. При том, что э, ситуация, видимо, никак, не, ну то есть мы не слышим на каждом углу истории о том, что человек был бомжом, стал долларовым миллионером. И это не по знакомствам, это не по связям и не по, знаете, выигрышу лотереи или по наследству, которое ты получил, а это потому, что Бог таким образом, он начал заниматься бизнесом, Бог показал ему, каким образом а, входить в эти вещи, и человек начал этим вести, и Бог благословил его, и человек благословлен финансами. Это, кстати, тоже одна из тех вещей, которые верующим нужно понимать, что вы должны быть благословлены и также в сфере финансов, потому что я знаю, что есть разные, как бы, а, научения в головах верующих о том, что о, деньги это зло и так далее. Это примерно то же самое, что говорит, что интернет это зло. Все зависит от того, куда ты используешь это все, понимаете? То есть Бог хочет, чтобы вы были благословлены во всем, потому что Писание говорит, то, что мы дети Божьи, а Бог заботится о своих детях. Мы же как родители, мы заботимся о своих детях, мы покупаем им лучшую одежду, мы покупаем им хорошую еду, а не так, знаете, чуть-чуть, ну там что-нибудь сейчас вот что-то слепим, знаете, из чего получится. Кашу из топора там, как это в сказке про колобка, по сусекам поскребем, по амбарам пометем, там что-нибудь насобирается. Нет, Бог всегда дает самое лучшее, и он гораздо больше нас имеет любви, чем каждый вообще человек. Я бы даже сказал, чем все люди на земле, Бог имеет любовь. Потому что Писание говорит о том, что не то, что у Бога есть сколько-то любви, а он сам есть любовь. Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Так вот. Мы не говорим о каких-то не, неких достижениях, которые мы можем получить самостоятельно, если достаточно выучимся и так далее. В мире мы имеем огромное количество примеров, когда человек, э, я не знаю, из хорошей семьи, достаточно образован, достаточно много чего-то делает, но в жизни так ничего и не достигает. У него все время там неустройство, тут неустройство, какая-то каша. Бывает, что что-то хорошее, но это в основном, знаете, напоминает зебру или наш э, пол, знаете, черно-белые, знаете, вот сегодня белая клеточка, все хорошо, потом раз что-то случилось, черная клеточка в жизни, или там черная полоса в жизни, как говорят, это не про верующих, это не то, что Бог хочет видеть в наших жизнях в любой, какой бы то ни было сфере, если мы говорим про здоровье, про финансы, про семью, про бизнес, про что угодно, Бог хочет, чтобы вы имели белую полосу всю свою жизнь, потому что мы идем путем Иисуса Христа, а это одна полоса, и она белая, слава Господу за Иисуса Христа. Так вот, наше достижение или... И, э, наша квалификация это не вопрос нашего какого-то особого действия. Потому что часто мы думаем, лучше сделать вот так. И логически как бы мы рассуждаем, мы выстраиваем, мы думаем, да, вот это короче правильное действие. Но у Бога есть другое мнение на этот повод. И Бог, когда начинает тебе говорить, ты смотришь Господь, бред, ну бред, ну давай, Господь, логически с тобой сядем сейчас, Господь. И я тебе объясню, Бог, Богу, что ты, короче, Господь не прав. Вот я логически как бы высчитал, и вот оно правильно. И он говорит, не проблема, делай, как хочешь. И ты начинаешь делать, и ты обламываешься, и ты не можешь понять, да как так? Я все просчитал, все до мельчайших подробностей, но не получается, как так? И вот это тот момент, который я часто, когда рассказывал про свое вы уж извините, что я буду периодически сегодня часто в теме затрагивать тему финансов. Это, ну, как бы вот оно как-то так складывается. Что когда я работал на работе, что все люди которые у нас были в нашей компании там на наших там, торговых точках и так далее они все искали возможность устроиться у нас был когда я работал вот во всех этих продажах была одна центральная точка на которой был весь лучший товар туда все приходило всегда гораздо раньше чем на другие точки там гораздо больший поток клиентов то есть все самое лучшее вообще и все хотели попасть туда кроме меня. Я не хотел туда попасть, потому что не хотелось попадать во весь этот зверинец, потому что по-другому назвать нельзя, когда каждый пытается тебя кинуть или еще что-то. И никто не хотел попадать на другие точки. И после стажировки, когда я прошел стажировку, я попал на одну из торговых точек, и ребята, я помню, там двое ребят работали, они стояли, ржали. Я думаю, что они ржут, вроде нормально одеты, вроде как бы ничего нет. Я подумал, что происходит. Он говорит, ну ты, короче, через неделю уволишься. Я говорю, в смысле, почему? Он говорит, ну потому что здесь никто ничего не зарабатывает, потому что точка полгода уже не выполняет планы и типа, ну, ну. Ты, ты просто ничего не сможешь здесь сделать. Ну, ты, ты же не какой-то там супер-продажник или еще что-то. Я, я вообще только один склад классов закончил и сразу пошел, как бы туда устроился на работу. То есть как, каких-то навыков специальных или там прошлого опыта у меня не было. Я никогда вообще этими вещами не занимался. Но то, чем я занимался, я занимался применением веры в действие, то, что мы и говорим. И я начал просто говорить, нет, эта точка будет благословлена. А почему? Потому что я здесь нахожусь. А Бог хочет благословить меня, а для того, чтобы Богу благословить меня, ему придется благословить эту торговую точку. Но не потому, что я заслужил это. Это опять же тот момент, который мы должны четко уловить. Это не вопрос моей заслуги, что вот я такой классный, и Бог такой, о, Леха, тебе обязательно надо благословить. Давай большое тебе благословение, двойное благословение. Не, не из-за этого. Не потому, что я так хорошо себя веду, знаете, перед Богом, там, присмыкаюсь или еще что-то. Нет, потому что я знаю, что он мой отец, а я его сын. И он меня любит. Все, на этом все и выстроено. Соответственно, дальнейшие действия мои, которые я делаю, это вопрос того, что я э, начал говорить, и в дальнейшем я увидел, что э, произошли изменения в плане того, что точка, соответственно, это э, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Пять месяцев выполняла план всегда. Всегда. Самый неадекватный план ставили. Причем это работало всегда так. Мы выполняли план, на следующий месяц еще больше, на следующий месяц еще больше. И с каждым разом это становилось все неадекватнее, и все в, в реальности, в глазах невозможно. У нас был директор, который много-много лет работал. Она когда видела эти планы, говорит: ну, ребят, ну, ну, типа, ну готовьтесь, что в этом, короче, месяце вы не получите премию и будет все, короче, плохо как бы, под Новый год, ну, как бы, ну, что поделать, ну, вот как бы так получается. И мы выполняли, выполняли, когда под Новый год нам поставили вообще в неадекватных каких-то а, там пределах, там, в три раза больше план, чем в обычный месяц, мы его выполнили. И все такие, типа, как это так происходит? Потому что все понимали, что среди нас нету крутых продажников. Не было такого, да, это я как бы так круто продавал. Не было ни одного такого, чтобы мы сказали, да, вот и он там прям продает, он там мастер. То есть ни одного такого не было. Это было конкретное действие Божье. То есть и мы видим конкретно то, что происходило во всех этих вещах. Точно так же касательно служения, когда, ну вот, меня иногда спрашивают, как вот ты в таком возрасте смог то-то и то-то делать и так далее. Я говорю, а как вы в своем возрасте до сих пор не находитесь вот на уровне там Ти Лосборна, Лестера Самрала, Кеннета Хейгена и прочих-прочих всяких разных героев веры. Как бы, ну, давайте как бы тогда с этой стороны смотреть. Потому что вопрос не в возрасте, вопрос заключается в том, что ты понимаешь, в какой позиции ты находишься и что в этой позиции для тебя предусмотрено. Это вопрос, опять же, действия как нового творения. То есть, ты понимаешь, что ты Сын Божий, э, дитё Божье, ну, когда я говорю Сын Божий, мы не говорим там о гендерной принадлежности, мы говорим о э, Сопричастии со Христом, с Сыном Божьим. Я вот об этом, о чем идет речь. Соответственно, как дитё Божье. И мы понимаем, что дитём Божьим или новым творением, рожденным свыше, мы становимся в тот момент, когда вы принимаете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Это не от ваших дел Писание говорит, это не от дел чтобы никто не хвалился, чтобы никто не пришел к Богу и сказал, у меня достаточно праведности, у меня чего-то достаточно. И я много раз уже приводил это местописание, что Библия говорит о том, что ваша праведность праведность, она как запачканная одежды перед Богом. Там не сказано ваша греховность, как запачканная одежды перед Богом. Там сказано ваша праведность. То есть, когда мы приходим к Богу со своей праведностью, с любой, со своей праведностью, с самыми добрыми побуждениями, но это наша праведность для Бога это мерзость, потому что то, что для Бога приятно, то, что действительно для Бога с точки зрения Писания, с точки зрения Его характера, Его воли Божьей, то, что ему приятно, это праведность Иисуса Христа. Вот это то, в чем мы должны жить. И когда мы живем, понимая его праведность, опять же, это не легальное разрешение на грех. Типа, ну, у меня же праведность Иисуса Христа, значит, я могу делать, что хочу. То есть, с точки зрения логики, вроде как оно так, а с точки зрения Библии не так. Потому что Писание говорит, если вы были оттуда забраны, зачем вы туда опять возвращаетесь на то болото? Живите как Христос. Особенно с учетом того, что если вы умерли со Христом. Писание говорит, что... Почему Писание в Галатам 2.20, если Павел говорит, что уже не я живу, живет Христос. Это не вопрос достижения. Я раньше смотрел этот на этот стих как вопрос достижения, что мне надо достичь того уровня, когда уже не я буду жить, а когда Христос живет через меня. Но вопрос в том, что я и здесь тоже про, просто, просто все не понял, все пропустил и так далее. Потому что это не вопрос моего достижения, это вопрос того, что сделал Бог. Вот почему Писание говорит, что мы умираем со Христом во время рождения свыше, мы умираем со Христом и воскресаем вместе с Ним. То есть мы умерли, и теперь вместо меня, как Павел пишет Галатам 20, живет Христос. Он действует через меня. И откуда приходят эти желания и хотения? Писание говорит, что Бог дает нам желания и хотения и так далее, и так далее, как новое творение. Но что такое новое творение? Как вообще быть новым творением? Что оно с собой вообще представляет? И так далее, и так далее. Смотрите, <кхм> новое творение – это человек, созданный по Богу, как Писание говорит, то есть по образу Божьему, то, как хочет Бог сделать. Это не вопрос того, что Бог вас чуть-чуть подправил, чуть-чуть подкорректировал. Нет, Он взял полностью вашу старую натуру, природу и так далее, как угодно ее обзывайте. Он ее выкинул и дал вам Божью. Почему в духе каждый верующий, он идентичен и Иисусу Христу. Вот почему, иногда меня люди спрашивают, почему, когда ты молишься, допустим, общей молитвой, я молюсь за тело и душу. Я никогда не молюсь за дух. Говорят, а да почему ты за дух не молишься. А зачем за него молиться? Там все отлично, там Бог живет. У него все классно, у Бога все здорово, грех в духе находиться не может, какие-то проблемы не могут находиться в духе, потому что там Бог находится. Там, где находится Бог, проблем быть не может. Оно, оно умирает. Почему я все время по этому поводу привожу это, эта книга Исаи, когда Бог взял пророка Исаию, это причем мы говорим, что, наверное, это самый известный, наверное, пророк Библии, потому что больше, чем Исаию, Иисус не цитировал никого. Вы можете посмотреть, практически каждая вещь Ветхого Завета, которая Иисус цитирует, он цитирует из книги Исаии, и это, это на самом деле достаточно мощная такая пророческая книга с многими образами и многими пониманиями, серьезная такая книга. И когда Бог берет Исаию на небеса, и Бог говорит, я видел там то, я видел там трон Божий и так далее, и написано первое, что он сказал, это «горе мне». Он не сказал, вау, супер, я вообще приблизился к Богу, как классно. Он говорит, горе мне, потому что он четко понимал, что он не может. Если он сейчас подойдет к Богу, он просто в пыль рассыпется. Он не может подойти к Богу. Почему там началась вот эта вся процедура там, с этим суглями, которые ему там на язык ложили там, и так далее. То есть потому что он не был в той позиции, в которой находимся мы. Я напоминаю, что в тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы родились свыше, вы стали новым творением. Опять же, не из-за дел, а из-за того, того, что Господь это сделал для вас. И в этот момент Бог сделал вас абсолютно новым в духе. Душа наша, если изменилась, то изменилась не сильно. Тело, в основном при рождении свыше, тоже сильно не меняется. Но а происходит процесс, который требуется нам сделать уже будучи, имея Божье благословение, имея правильную Божью позицию. Почему? Я тоже не понимаю вот этих молитв, когда верующий молится, Господь, мы хотим быть в правильном положении перед Тобой. Вы не рождены свыше? Потому что только рождение свыше определяет вашу правильную позицию перед Богом. Если вы рождены свыше, вы в правильной позиции. Если вы не рождены, тогда вы не в правильной. Вы не можете быть рождены свыше, но не в правильной позиции перед Богом. Это как? Ну, то есть, как это работает вообще в духовной, в духовной мире, в духовной сфере, с точки зрения Библии вообще, где это? Что я в духе, а в духе это не в плане того, что я там где-то летаю, знаете, духу, типа духовные вещи. А в духе это в плане того, что я в Иисусе Христе, я в Боге нахожусь. Как Иисус говорит, когда он молился в Гефсимане, он говорит, отец, я молюсь, чтобы, так как мы с тобой одно, чтобы они стали с нами одно. И в этом как раз и суть, что мы во Христе полностью, мы едины. Почему Писание говорит, что... Uh, это также в первом послании Коринфянам пишет, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Это не два вместе, это полностью в Духе мы полностью соединенные. Опять же, это есть тот самый, ну, если его так называть, это пропуск на uh, небеса. И когда мы говорим про обновленную жизнь, это жизнь в победе как новое творение, мы должны понимать вообще принцип действия. Я хочу прочитать просто несколько мест Писаний, причем уникально, что это два разных послания Павла, абсолютно разных. И Павел в обоих этих посланиях использует четко пошаговое действие. Идентичное вообще. Написано по-разному, но он прям вот четко пошагово. Я сейчас вам прочитайте местописание. Это уникальный вообще момент, когда павел это описывает. Опять же, показывает, что фактически ответ на любой вопрос, почему я всегда говорю, проблема с грехом в жизни, проблема с финансами, проблема с семьей, проблема со здоровьем, проблема с непониманием благодати и хождением под законом и так далее. Проблема для, ну точнее, решение всех вот этих вот проблем это обновление разума. А что такое обновление? разума с точки зрения того, как это понимает Павел, и хождение в новом творении. Давайте почитаем. Это Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. Книга Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. Павел пишет. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Смотрите, три шага и фактически три стиха даже разделяет. Это удивительно, что богословы того времени прям даже разделили прям пошагово всю эту инструкцию. Мы видим четкие три шага, которые Павел говорит нам делать. Второй момент, э, точнее первый, первый шаг, 22 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Я хочу обратить ваше внимание прямо на детали. Когда мы читаем медленно, мы замечаем детали. И здесь Павел пишет, отложите прежний образ жизни ветхого человека. Он не сказал, отложите вашу греховную натуру, потому что у вас ее нету, потому что Бог создал вас заново. И Писание говорит, все, что Бог вот создал вас заново, все, что у вас теперь находится там в духе, это от Него. А Бог туда греховную натуру не совал вам в дух. И Писание говорит, Павел говорит, отложите прежний образ. То есть он не говорит, отложите вот это вот нахождение. Он говорит, это образ, который остался. То есть он обращается к верующим людям, которые уже являются рожденными свыше, которые уже имеют все благословения. И он говорит, оставьте тот образ, который у вас остался вот от той старой природы, кем вы уже вообще не являетесь, потому что вы созданы новые. А этот образ ветхого человека, старого человека, который живет во всех этих проблемах ветхого человека, который сливает в своих похотях и так далее. Шаг второй, 23 стих, а обновиться духом ума вашего. Так же, как и в послании о римлянам, 12 главе, 2 стих, Павел пишет, обновиться. То есть это наша задача. Он не сказал, попросите Бога, чтобы он это сделал для вас. Это мы делаем, это наш сознательный шаг, обновиться духом ума вашего. И третий момент, это 24 стих, написано, «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». То есть первый момент, мы откладываем этот образ, это не что-то, что я имею, то есть, ну, давайте, чтобы я вам, чтобы совсем было понятно, это не сам предмет проблемы, я попытаюсь, может быть, так объяснить, проблема, это его образ, это нечто, не настоящее, будем так вот называть. Это нечто иллюзорное, вот так, чтобы совсем было понятно. То есть это просто тот шаблон в голове, вот в этом образе, который остался от нашей прошлой жизни, который, говорит, Бог уже убрал из вашей жизни. И нам необходимо обновиться в нашем разуме для того, чтобы действовать по Богу. И что сделать? Облечься. Или в оригинальных текстах написано «одеться в нового человека». То есть это то, что, опять же, когда мы говорим, если мы говорим о параллельных местах Писания, это быть сокрытым в Боге. Вот, как оказывается, быть сокрытым в Боге. Когда вы одеваетесь в нового человека, и когда вы ходите как новый человек, как новое творение. То бишь, когда ты понимаешь, что это не то, что вот я сейчас согрешил, все, я не в правильном положении перед Богом, Бог на меня обиделся, Бог вообще сейчас вот просто негодует на меня, сейчас придут ко мне проблемы, и вот начинаем все, мы самое-самое плохое, мы начинаем перечислять. Забывая, что вы уже не старый человек, вы новый человек, что ваши грехи прощены. Можете говорить, так я его только сделал. А Писание говорит, что все грехи прощены. Подожди, а как? А если я завтра его сделаю? А оно и завтра прощено, потому что Бог простил прошлые, настоящие, и будущие грехи. Это, как говорится, пристегивайтесь. Я, знаете, я в последнее время говорю на семинарах, пристегивайтесь, потому что надо, короче, заказывать стулья с ремнями безопасности, потому что некоторые такие вещи верующим сносят голову. Подожди, в смысле? А если я завтра согрешу? Объясняю с точки зрения духовно... духовных принципов и духовного закона. Почему Иисус заплатил за вчерашние, сегодняшние и завтрашние грехи? Потому что если бы так не было, если бы Он заплатил за грехи, допустим, там, прошлые или настоящие, то если бы я сделал грех завтра, Иисусу пришлось бы еще раз приходить на землю, еще раз за меня умирать, для того, чтобы простить эти грехи. А Он так не делает. Он один раз это сделал. И это теперь действует для каждого человека, кто находится в Иисусе Христе. Вот почему, опять же, в Псалме 102, как, знаете, как пророческое просто действие, мы читаем о том, что э, написано: Не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои. Все, значит, все. Не некоторые. Там не сказано, он прощает прошлые беззакония твои. Он прощает вот сейчас тебя, вот ты сейчас оступился, вот он сейчас тебя прощает. Написано, он прощает все беззакония твои. Опять же, это нелегальное разрешение на грех. Когда я говорю, что. Ну, люди говорят, вот, о наслушавшись гиперблагодати, они говорят о том, что, ну, я во Христе, да неважно, я согрешил или не согрешил, вы вообще ничего не поняли, если вы говорите о том, что, ну, нормально, ну, подумаешь, как бы, знаете, такое фамильярное отношение к Богу, к греху, типа, ай, ладно, типа, согрешил, вы ничего не поняли, вот вообще ничего не поняли касательно благодати, потому что благодать – это сила преодолевать грех, а не сила, знаете, сидеть во грехе, знаете, сидеть в луже грязи и не становиться грязным. Нет, если вы сели в лужу грязи, вы будете становиться грязным. Не внутри, слава Господу, потому что грех никаким образом не лишает нас спасения. Ну, у нас тема не о спасении. Если вы хотите поговорить о теме о спасении, вы можете пойти на наш э, YouTube-канал. У нас там конкретно была тема о спасении. Мы прям отдельно по этому поводу говорили. Это первое местописание. Второе местописание, давайте почитаем. Это Колосянам. Колосянам 3 глава с 9 стиха. Колосянам 3 глава с 9 стиха. Павел пишет. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Илина, ни Удей, ни обрезанного, ни необрезанного, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Еще раз, смотрите, 9 стих. Павел говорит, не говорите лжи друг другу, что делая, совлекшись ветхого человека с делами его. То бишь, Павел говорит, когда вы лжете, или давайте я, чтобы совсем понятно было, когда вы грешите, вы совлекаетесь с ветхим человеком и делами его, при этом не являетесь. То есть он не говорит, вы становитесь ветхим человеком. Он говорит, вы совлекаетесь, вы как бы влазите под одеяло ветхого человека, которое уже не ваше, оно не принадлежит вам, вы, это не является частью вас, но вы туда влазите, когда вы делаете эти вещи. Но, он говорит, 10 стих, облегшись в нового, который что делает? Обновляется в познании по образу создавшего его. То есть новый человек, это не просто тот, который такой, окей, я новый человек, Хорошо, да, я согласен, новый человек. Конечно, согласие, безусловно, нужно. С этого все начинается. Любое, любое движение в истине начинается тогда, когда ты начинаешь действовать, ходить в этом познании. И второй момент: написано: что когда ты совлекшись нового человека, ты что делаешь? Обновляешься в познании чего? По образу создавшего его. То бишь, наша задача, Павел говорит, не становиться под ермо или опять под это одеяло, если так будет понятней, ветхого человека, а нам необходимо, обновляя свой разум, напоминать себе или обновляться в этой истине о том, что мы созданы по образу создавшего. То есть мы созданы новым творением, напоминаю, почему мы постоянно говорим про прозглашение, почему мы говорим про, про обновление разума, напоминание. Павел об этом постоянно говорит: напоминание, что вы не старое творение со старыми своими заморочками. И даже если ты куда-то шел и встрял куда-то, это не говорит о том, что ты опять стал старым творением. Нет, ты новое творение, просто испачкался. Надо вытереться. А как от этого вытереться? Писание говорит, ты понял, что ты согрешил, и знаете, мне некоторые говорят, а если я не знаю, что я согрешил, если ты рожден свыше, ты не можешь не знать, что ты не согрешил. У тебя есть Дух Святой, который, нас написано, доставляет на всякую истину, и я уже об этом свидетельствовал, что я точно так же проходил это в своей жизни, когда, будучи уже рожденным свыше, я не читал это в Библии, нигде мне никто не говорил, что нельзя материться. Но при этом внутри было четкое понимание, что что-то я делаю не так, и мне не хочется этого делать. Но еще рефлекторно, знаете, влетало. Я где-то 4 месяца от этого освобождался. При том, что я не читал в Библии, что как бы сквернословие это как бы грех. О том, что ну как бы не надо так делать, ну и так далее. То есть я не читал, про это никто мне не объяснял. Ну я просто при всех это не делал. Я это делал в школе, знаете, вот типа мод, мод даже материться. Я в 10-11 классе завел моду на говорение только нормальными словами. При мне никто не матерился. Ну, то есть я просто один раз зашел в после физкультуры в мужскую на передевалку, и все, знаете, вот это вот мужская раздевалка, это просто вот матершина, матершина. Я такой, ребята, так, при мне, вот как хотите, что хотите, что при мне я ни разу не слышал больше матершины. Я не знаю, либо из-за того, что я тогда еще занимался и был инструктором по восточным единоборствам, либо это сверхъестественно, но больше при мне никогда не матерились. Вообще никогда, ни разу не слышал. То есть... Не знаю, как это было, но вопрос опять же действия. Так вот, обновляется в познании, в познании по образу создавшего его. Где, то есть в этом образе, который Бог нам дал, тот формат мышления, который Бог нам дал или того нового творения, которое Он дал? Где нет в этом образе Елина иудея, не обрезание, не обрезание, Варвара скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Пойдем медленно. Где нет не Елина? не иудея. Что это значит? Сегодня в христианском мире стало очень модно быть евреем. Именно вот называться. Типа ты, у тебя нет родственников евреев, в плане мамы, папы не евреи, бабушки, дед, но ты прям вот еврей. Ты ходишь, я еврей. Ива, Иванов Иван Иванович еврей. Я, я понял, если бы ты был Моисей Аврамович какой-нибудь, но ну как бы ладно еще, но э, Иванов Иван Иванович еврей это это уже сильно. И люди ходят, ну такой да, и э, люди ходят и начинают туда шабат шалом, у них есть талии дома, у них минора на шее висит, они соблюдают субботу, и ты думаешь, Боже, зачем? Зачем они туда влазят? Потому что Писание четко говорит, нет, не Елена, ни Иудея, нет больше разницы, какой какой-то национальности. Ты еврей или ты русский? Ты американец, ты украинец, ты, я не знаю, киниц, нигерец, зимбабвиц, еще какая -то. Не имеет никакого значения. Ну, почему-то до сих пор верующие продолжают, как бы, вот израильский народ на какую-то особенную ступень ставить. Сам Иисус сказал, что из-за того, что вы не узнали времена и сроки, вы не приняли меня, все ваш дом пуст. Все, Бог сказал, в Бог оставил вас, потому что вы ушли от Бога сами. Это был ваш сознательный выбор. И именно поэтому Евангелие пошло к язычникам. Я не пытаюсь там проповедовать антисемитизм или еще что-то, но я говорю о том, что во Христе Иисус Иисусе нету значения, ты еврей, или ты американец, или ты русский, румынец, француз, не имеет значения. Идем дальше, нет ни не обрезания, ни не необрезания. Я скажу еще более понятно, нету исполнения закона или неисполнения закона. Мы постоянно об этом говорим, и э, я постоянно говорю, когда ну, люди мне говорят, что надо соблюдать 10 заповедей, я все время спрашиваю, а зачем? И люди такие в шоке, типа «Подожди, но ну это же 10 заповедей, это же надо соблюдать, божий закон». Я говорю «Здорово, а почему, что за ограниченная версия? Там их было 613, а не 10. Соблюдай все». Ну, ты, ты же наверняка, наверное, вот ты согрешил, ты берешь, ловишь, идешь на улицу голубя, сворачиваешь ему голову, там, знаешь, от, знаешь, чистишь его, приносишь в жертву, знаете, там, тук отдельно, кровь отдельно, знаете, тело отдельно, приносишь в жертву, ты же наверняка так делаешь. Нет, ты что, я же не приношу же. А почему? Писание говорит, что ты должен так делать. Ты, если туда влазишь под это ермо закона, извини, соблюдай все. Чего ты соблюдаешь только то, что тебе нравится? Или ты читаешь особо духовным? То есть мы, почему мы сегодня не приносим жертву там ягнят, козленков и всех остальных? Потому что была принесена жертва совершенная и Иисус Христос за каждого из нас. Вот почему это перестало иметь какую-то силу для нас. И люди тогда говорят мне: "Подожди, так что теперь можно воровать, можно лгать, можно прелюбодействовать?" Я говорю: "Тут вопрос не в том, что можно или нельзя. Тут вопрос в том, что кем ты являешься." Пожарный, если он является пожарным, когда звонит сирена и идет вызов на пожар, он едет, чтобы тушить пожар. Он не сидит, а, сирена, будем разгадывать кроссворд. Нет такого. Когда у врача приходит вызов о том, что, соответственно, надо поехать и там какому-то человеку плохо, они садятся в машину и скоро едет помогать человеку. Он не сидит такой, ага, звонок пришел, ну пойдем покушаем, время обеда, наверное. Нет это это идентификация э, их как вот как врачей, как пожарных там и так далее. Ну, то есть, э, соответствующие вещи. Соответственно, это не вопрос того, что можно или нельзя, это вопрос того, кем я являюсь. Почему я часто люблю вспоминать вот этот семинар наверное, один из самых глубоких семинаров, который я слышал у брата Карри, когда он говорил про ученичество. Он говорил: просто представьте, что Бог пришел на землю и сказал: все, сегодня, ну, типа, все, можно теперь грешить, больше греха никакого нету, ты можешь делать все, что тебе захочется. И тут мы сразу узнаем, кто действительно есть кто, кто не грешит, потому что от нельзя делать делать, а кто не грешит, потому что он не хочет этого делать. В этом есть большая разница. Потому что некоторые там не прелюбодействуют, не лгут и так далее, потому что, о, я же верующий. То есть я реально ну, видел такие приколы, когда верующий там что-нибудь сделал, так, ну, прокосячил, будем так говорить. потом такой, о, я же верующий. Типа, это примерно как Самсон, знаете, когда он там э, к одной проститутке пошел, к другой, потом тут соврал, там соврал, а потом, когда его Далида там доводила с этим, то, что как тебя там связать? Он такой: Я на Назарее там от рождения. Он такой, о, вспомнил! Ничего, так что ты назарей, божий, оказывается, нормально. Ну, то есть, слушай, ну, то есть, э, назарейство предполагало, что им куча-куча всего нельзя. Он нарушил вообще все, что только можно было нарушить, исправил назарейство. То есть он бухал, он там. Э, Соответственно, имел близость с женщинами. Назареи не, не должны были вообще не иметь, они, по-моему, даже жен не могли иметь. То есть близость с женщиной. То есть, а он только одной проститутке, только другой. Там какими-то убийствами занимался, еще какими-то... Ну, то есть занимался максимально мерзостью. Он отвращал вообще израильский народ, при том, что он был судьей Израилевым, поставленный, помазанный Богом. Он отвращал Израиль от Бога, что на самом деле не так много людей в Библии совершали, и их конец не очень как бы приятен, будем так говорить, как людей. Соответственно, Павел здесь точно так же говорит, нет, не обрезание, не, не, обрезание, оно ничего не значит. При том, что его религиозники тоже достали, он об этом пишет, что говорит, потому что братья меня достали, Тимофей, но ну, извини, но тебе придется сделать обрезание. Я уверен, Тимофей тоже был не рад, что как бы тут что-то какие-то закон вроде не исполняем, а обрезать, ну как бы, ну давай, Павел, ладно, что уж делать, как бы, ладно. Он не обрезал его, потому что, ой, это ж надо. Он говорит, да меня братья так достали уже эти иудеи, что как бы ну ладно, потому что Тимофей там такую высокую позицию занимает, давай мы тебя обрежем. Он говорит, а нет никакого значения, он говорит, варвара, скифа, раба, свободного, то есть твоя позиция социальная тоже не имеет значения. А что же тогда имеет значение? Но все во всем Христос. То есть, другими словами, Павел говорит, и это также в других местописаниях есть, он говорит, что единственное, что имеет значение, и это, по-моему, это в Галатах написано, да, это параллельное местописание, это Галатам 6 глава 15 стих, где написано, ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. То есть, все, что имеет значение в Новом Завете, это являетесь ли вы Новым творением. И ваша победа в нем, она заключается не в том, что вы кем-то являетесь, а в том, что вы принимаете решение, что Он меня кем-то поставил, Он сделал меня Новым творением, Он сделал меня победителем. И я принимаю решение его, идти Его путями. Я доверяю, так же как вот у нас были свидетельства, что Бог будет меня вести во всем. Даже, казалось бы, в каких-то маленьких вещах. Периодически я вижу такие вещи, когда общаюсь с кем-то просто, э, или люди пишут молитвенные просьбы, или я же на семинары, и люди говорят, ну это там действительно маленькое, что я буду Бога беспокоить? Звучит максимально абсурдно. Что значит, ну, я уже как-то приводил этот пример, что я говорю, ну вот представьте, ребенок там, не знаю, хочет там кушать. А родитель занят чем-то. Он такой, все отстанет мне. Ну подумаешь, хочешь, захочешь кушать, приготовишь себе. Ну то есть, ну мы же так не делаем, правильно? Почему мы думаем, что Бог таким образом поступает? Бог, который он хочет, чтобы он, э, вы были благословлены во всем. Опять же, также Писание говорит, что всякий дар добрый, Всякое хорошее в жизни нашей, нашей, как верующих людей, оно не сходит от Отца Света, то есть от Бога исходит. Писание об этом очень четко говорит. Поэтому это не вопрос того, что, как вот тоже мы, то, что говорилось на свидетельстве, что это что-то случайно или еще что-то. Это ты должен понимать, что это с тобой произошло, потому что Иисус заплатил за это. Это и есть та самая Божья любовь. Почему мы постоянно говорим о размышлениях? Почему Писание постоянно говорит о размышлениях, о Божьем, о том, что Он совершает? Потому что когда ты начинаешь задумываться, так что же Бог сделал в моей жизни, ты начинаешь действительно понимать, как он сильно меня любит. И это не потому, что я хороший, потому что я себя знаю. У меня куча косяков. Но он меня любит и он хочет делать изменения в моей жизни. Он хочет, чтобы я был благословлен в своих финансах, в своей семье, в своем служении, в своем здоровье, в чем угодно. Потому что он так сильно меня любит. И Писание говорит, когда вы принимаете эту позицию как нового творения, вы больше не совлекаетесь с делами ветхими. Но даже если каким-то образом, знаете, случайно так получилось, хотя на самом деле случайности не случайны, как говорится, но даже если таким образом получилось, вы не влазите туда. То есть вы поступаете как Давид. Давид где-то прокосячил, он понял, что он прокосячил, сразу к Богу. Сразу. Не от него, как Адам, о, Господь, это она виновата. Это она мне дала это яблоко. И вообще, Господь, это ты виноват. Потому что вот это ты мне дал Еву, и она меня накормила яблоком. Поэтому вообще по логически, Господь, это ты виноват. Я тут вообще ни при чем. Это диалог Адама с Богом. Вот чаще всего мы поступаем именно как Адам. Вместо того, чтобы сказать, да, Господь, я прокосячил. И ходить дальше в большей праведности и в большем спасении. Мы начинаем Именно вот, вот в этом вот формате, что вот тут не так, это Господь, вообще ты виноват, это Господь, ты не досмотрел и прочие, прочие какие-то заморочки. Поэтому наша задача принять свою позицию во Христе Иисусе и так же, как мы читали в Офисянам и в Колосянам если я не ошибаюсь, да, о том, что мы не совлекаемся ветхого человека, мы будем совлекаться нового человека, напоминая себе, то есть, или как написано, обновляясь в познании по образу создавшего его, то есть создавшего нового человека. Мы обновляемся в познании того, что он Бог любящий, и Он это хочет совершать в нас. Опять же, это параллельно тому, что Павел писал в римлянам 12 главе 2 стихе. Он говорит о том, что обновитесь духом ума вашего для чего? Для того, чтобы познать, что есть воля Божья, какая благая, угодная и совершенная. Евангелие это не о вас и не обо мне, оно о нем. И наше обновление разума заключается в том, чтобы понять, что Он настолько нас любит, что какая бы ситуация ни была в нашей жизни, как бы глубоко мы не нырнули в свои проблемы. Есть тот, кто всегда протягивает руку. Есть тот, кто всегда вытаскивает, тот всегда помогает, и причем ничего не требует взамен. Тот, который любит, который восстанавливает, и чья воля благая, угодная и совершенная на каждый наш день, в каждой сфере и для каждого человека. Аминь. Я просто хочу, чтобы вы это взяли, я хочу, чтобы вы просто начали это практиковать в разных вещах, просто напоминанием себе. Я часто говорю, что если вы не видите каких-то вещей, что Бог делает в вашей жизни, это, конечно, странно, но как бы бывает, я сталкиваюсь с этими вещами, возьмите, заведите блокнотик, тетрадочку, записную книжку, что угодно, и сядьте как-нибудь вечером, даже сегодня после собрания, ни там, ни перед телевизором, ни в интернете, или еще чем-то, какими-то делами, всегда есть дела, но такое. Уделите 15-20 минут, возьмите эту книжечку и начните выписывать, какие Бог сделал вещи в вашей жизни или через вас например, в течение всей вашей жизни. Что происходило? Вы, и попросите Духа Святого напомнить вам. Вы удивитесь, какое количество вещей Бог совершал в вашей жизни. И каждый раз, когда дьявол будет приходить и говорит, ты проигравший. Ты уже проиграл, и вот в твоей жизни сейчас эта ситуация, и ты проиграешь. А вы садите дьявола рядом и говорит, давай почитаем, где я там проиграл. Во-первых, Писание говорит, что Иисус умер за меня. Во-вторых, Писание говорит о том, что я стал новым творением. А теперь дьявол, давай посмотрим, что Бог делал в моей жизни. А если Бог не меняется, если он вчера, сегодня во веки тот же, и он делал это раньше, значит, он и сейчас это сделает. Значит, он и сейчас благословит меня. Значит, он и сейчас изменит эту ситуацию. И я буду благословен. Потому что, дьявол, ты уже проиграл. Ты ничего не имеешь, силы, власти, чего-то. А Бог имеет, и он имеет возможность и желание благословить вашу жизнь. Аминь. 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 Супер. Давайте мы встанем, помолимся. Слава Господу. Хорошо, Господь, мы просто благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя просто за ту жизнь с избытком, которую Ты вложил в каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что мы, Господь, просто спасены. Мы являемся новым творением. Не потому, что мы такие хорошие, или мы что-то сделали, или мы выслужились, мы что-то исполнили, но потому, что Иисус Христос умер за каждого из нас во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что благость Твоя и милость Твоя, они неисчерпаемы. За то, что Твоя любовь, она так велика в нашей жизни, что Ты хочешь хочешь гораздо больше нас благословить каждого человека во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою невероятную благость и за Твою невероятную милость во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, присаживайтесь, драгоценные.